Мне недавно рассказали историю про 93-летнего итальянца, который вылечился от коронавируса и долгое время провел на искусственной вентиляции легких. Врачи попросили его заплатить за один день этой искусственной вентиляции, и тогда старый мужчина начал плакать. Доктор пытался уговорить старика и говорит: «Ну не плачь из-за денег». Но то, что сказал этот старый мужчина в ответ, заставило докторов плакать. Итальянец сказал: «Я плачу не из-за денег, которые мне предстоит заплатить. Я могу заплатить все деньги. Я плачу потому, что дышу Божьим воздухом уже 93 года, но никогда за него не платил». Вы говорите, один день использования аппарата вентиляции легких стоит 5000 евро? Тогда вы представляете, сколько я должен заплатить Господу? А я его никогда за это не благодарил.